внедрение нового фирменного стиля, сложность внедрения новых материалов и получение обратной связи от офисов и от клиентов. Наши офисы, которые относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, это такая маленькая банковская франшиза. То есть любой мой управляющий в любом регионе, он фактически сам отвечает за свой бизнес. Если у этого человека нормальный P&L, то есть если он выполняет план по доходам, план по cost-income, план по привлечению клиентов, то я, как директор по маркетингу, такой вот весь сидящий в Москве, умный, там, с образованием и так далее, ничего не могу с ним сделать. Я говорю, использую вот эти новые красивые листовки, а он мне говорит, зачем мне новые красивые листовки, если мои листовки, которые я печатаю, помогают мне привлекать клиентов, и я выполняю план по доходам. Это такая логика, она на самом деле очень своеобразная, она есть, она присутствует.